Ребятки, доброе утро. Давай, Гирею. Давай, Султан. Султаша. Давай, Зевсу и Алексу молоденьким. Давай, давай. Мама, давай. Мам, давай сейчас Марсельке. Марселя. Марселя. Давай вот сюда, Марселя. Давай чуть подальше, подожди. Так, Марселя, веди себя прилично. Марсель. Марсель. Вот это Марсель. Да, да, давай. Давай Алекса сюда. Мама, кидай, скорее, кидай, скорее, скорее. Скорее, Марселю, давай. Алексу давай. Хватил. Да, Алексу хватил. А вон еще, вон лорд-то где стоит. Вон, мам, вон, мам, мам, иди сюда. Иди Ричарду. Иди сюда. Сейчас, Ричард, сейчас. Ты умненький, в сторонку отходишь и ждешь, да? Иди сюда, Ричард. Ричард. Ричард, иди сюда. Ричард, Ричард. Тань, вот Ричарду курицу. Давай, давай, Ричарду. Мой хороший, он не хватает. Все, все. Раскидали, слава богу, это хорошо. Ну да, еще девочек надо выловить. И девочек угостить. Все, Ричард угостился. Они знают, что уже мы кидаем. Они... Марселя. Надо вот так расшать. Ну, Алекс не отдал Марселю курицу. Молодец. Алекс старший. Алексу хватил и бегом. Молодец. Бегом, бегом, да. Ну, мы кинули Марселю, видишь, Марсель не увидел, схватил Алекс. Смотри, как он быстро, смотри. Курочка, ага. Просто раз, и я даже... Видите? Это Оля, Олечка. Смотрите, он так быстро съел, он прям... Султаша, Султаша уже скушал. Вы все уже управились. Да. Ну, так потом мы говорим, что Гиреюшка. Это обязательно. Обязательно отвлекающий но момент. Но у нас только вот курицы остались. Да, но все равно хорошо. Ой, слушай, куры прям хорошо. Гиреюшка. Гиреюшка. Как вы быстро управились? Быстро, быстро, да. Да спиночка моя, я поцарапанная, да лапочка ты моя. Потому мы свежая, сразу им кидаем по свежая по ранка, вон, сейчас, наверное, только. Ну, понятно, ты сердишься на меня? Тебе и вон губка поцарапанная. Султаша. Ну что же вы так, да лапочка ты моя. Ты сердишься, шипишь на меня? Ой-ой-ой. А что это ты шипишь? Да, не, вон за нами, видите, она вот меня шияет. Ой-ой-ой. Да, мне, да. Молоденький Алекс и Зевс. Это раннее утро, 26 июля. Алекс. Молоденький. Зевс. Они, посмотри-ка, что это, та щека вся разодрана. Ну-ка, посмотри сюда. Ничего, это они вот так, смотри, что. Вон, на носу-то. А, это уже старая. Старая? А я думала, сейчас... Не-не-не, сейчас нет. Да нет, сейчас у них нет свежих царапин. Вы не своим прайдом. Ниже, вот так наклоняйся, хорошо сюда. А, вот у Султаши на носике. Это Гиря его чуть-чуть, да? Ну да. Пойдем дальше, как поснимается. Вот Ричард тоже. А нет, ты видишь, как они, если момента нет, они проглотили. Султаша. Султаша. Это Гирей там. Вот Султан. Ну, Алекс молодец, не отдал. Молодец, ну, молодец. Ну, мы кинули Марселю, видишь, а... Стоял за себя. А получается, что Алекс схватил. Марсель, да. Думал, вот он я сразу. А... Ну, ну хорошо, что я сразу следом и другую. Алекс порасторопнее оказался. Но Алекс не отдал, молодец. Гиреюшка. С иракизиком. Со своей чулочкой, с иракизиком. Ага, иракизик. Так, я потом это унесу. Дядя Алекс. Дядя Алекс. Они его что-то выказали. 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 Марселя. Он вот сидит всегда у нас и ждет. Он ждет, да, он ждет. Он же
Ричи, он молодец, ты видишь, он отходит в сторонку, да? Он в сторонку, мы его приучили, так давай это сюда. И он всегда отходит, он молодец, да. Он других кровей, как мы говорим. Да. Ричи. Ричард. Ричард, красавец. Ричард. Ричи. Ричи. Еще мы купим мясо, потом еще попозже. Мы же один раз не можем столько привозить. Ну, да, уже что с утра осталось, раскидали по курочке. Надо еще девочек выловить. Ну, девочек, это уже другой вопрос. Это сложнее, ты же знаешь. Ну, да, отвлекающего момента сейчас у нас уже с утра нету ничего. Девочек, это сложнее. Да. Султаша. Ты знаешь, сейчас с этими курями... Дядя Алекс лапки облизывает. Молодец, дядя Алекс. Мы такой стеснительный. Молодец. Молодец, урвал курицу. В этот момент хорош. Мы кинули, видишь, Марселя. Марсель не видел, Алекс схватил. Но Алекс молодец, не отдал. Ну, он просто на него кинулся чуть-чуть. Ну, так там, порычал, да, порычал, да. И все. Ну, да, там Алекс вообще ничего ему не пострадал. Даже вот ни одной царапины нет. Да, да. Это так у них. Разбор полетов больше.